Так. Годи геніун логос ендего семайней таутентен енусан екастон дюнамін енте псюхе кайто органон го катаманханей хекастос ойон ей омаме дюнатон ен аллос сюнголо то сомати трефень просто фанон ектус скотодус. Гутос юн голе а те псюхе екту гигномену периактеон эйнай хеос ан эйстоон кай ту онтос тофанотатон. Дюнате генетай анас хестхай теомене. Tutto de einai famen tagaton e gar nai. Так. Значит, а как это было-то? Значит, я же сказал, наше нынешнее рассуждение Да, не лог. указывает, Указывает самайный. да, указывает на то, что у каждого в душе есть некая потенция, Ну, дюнамис, да. Это некая возможность. по-аристотелянски немножко. Ну да, сила, да. Ну да, ну какая-то сила, да, и некий инструмент, при помощи которого каждый может, я забыл, катаманханы, это ведь что-то подробно рассмотреть, да? Да. Который может... Исследовать. Значит, подобно тому, как Подождите, если... давайте немножко ближе к грамматике, да? Каждый, с Угу. помощью которого, каждый хекастос, да? Го это инструмент, да? Да. Изучает, да? Еще, по-моему, Да. мы не говорили энусен, или я не заметил. Таутентен Ну, энусен. то, что у каждого в душе и имеющееся Да, наличествует. а глагол быть с приставкой, с префиксом н, ими, да? Это получается у нас... Вот это у нас причастие женского рода в аккузативе единственного числа. Согласованно с дюнамин, собственно, да? То есть имеющиеся внутри каждого у нас в душе сила и инструмент, органон, с помощью которого каждый познает, да, изучает. Да. Да. Ну и вот здесь действительно сложно перевести одним предложением, поэтому я заметил, что многие переводчики разбивают. Но вот, да, органон, соответственно, согласовано с ойон, то есть подобный, да, тому, как глаз не имел бы, как бы глазу было бы невозможно. Вот по поводу Гоин сложно. Вы думаете, это согласовано с органоном? А нет? По отдельности эти два слова вроде легко перевести. Гоин и Эй, да? Кстати, есть, знаете, какое слово? Возможно, здесь оно имеется в виду, а может быть и нет. Тоже довольно сложное место. Ну, не то чтобы сложно для перевода, а сложно для того, чтобы точно его объяснить грамматически. Вот есть слитная форма. Смотрите. Ойон Эй. Ойон эй, да? Как если бы. Правда, тут ссылка на Полибия, что плохо, и на Аристотеля, что лучше. Ну, пускай будет как если бы. Ну, ладно, переводите, как хотите, да, пока. Потом поговорим. Да, значит, как если бы глаз не был в состоянии, как это, не поворачиваться никаким другим способом, как только со всем телом. Да, то давайте поясним, что у нас ОМА средний род, и дюнатон тоже средний род, Да, согласован. Да, вот это, чтобы да, все понимали, да. Вот. да. И здесь у нас и реалис, у нас имперфект n, и плюс еще частица m, значит, вот нереальное. Мог бы сейчас, в настоящем времени. И реалис, вы думаете? Мне кажется, да. А ан нету. Для реалис ан нету. А почему тогда m? Потому что условность есть эй.
Но мы это слабый показатель для реалиса. Нужен какой-то претерит, аорист, либо, например, имперфект, да, и ан. Ну, если это агамер, то ке, да, что то же самое, что ан, да. Здесь нету этого. А как тогда мы переведем A просто с историческим временем, с имперфектом, но при этом без an? Так, как будто бы нас ссылает к предыдущему, там, к предыдущей странице, как будто бы, да? Как в предыдущем рассуждении, вместе со всем телом, иначе как вместе со всем телом, глаз не мог повернуться к светлой части от тьмы, вернуться от темного к светлому. Не был способен. Вас смущает то, что тут прошедшее время N, да? Вам хочется поэтому Да, нырять. да, да. Ну, прошедшее время все-таки это тоже недостаточно, чтобы говорить, что это реалис. А почему же здесь прошедшее время? А там у нас не было на предыдущих страницах рассуждения про поворот тела. Было же в пещере, да? По-моему, было в пещере, что не Но может шея повернуться. прикованная. Так вот эта Голову ссылка на... прикованная. Так вот ссылка на пещеру просто, на саму аллегорию, а не на А. реальность. То есть как в пещере глаз не был способным иначе, как вместе со всем телом повернуться к светлому от тьмы, мне кажется. То есть вот так надо понять. Но в любом случае тут я не вижу реалиса. Тут его нету просто. Тут ан нету. Да. Хорошо, тогда, значит, как подобно тому, как глаз не был, да, способен повернуться к свету, кроме как со всем телом, Да. к свету из темноты, да, к скудотус. Таким же образом и со всей душой. Можно вас перебью? Вот давайте мы разберемся с периоктеон. Все понимают, но мы это недавно проходили, что это отглагольное прилагательное второго типа, да, которое, ну, работает как герундив латинский, да, то есть должествование, да. И оно тут среднего рода, да. Периоктеон. А вот как вы думаете, как вы объясните этот средний род периоктеон? Так вот, я думаю, что он, возможно, согласован с чем-то другим среднего рода, то ли с глазом, то ли с органоном, скорее всего, даже с органоном вот С этим. органоном. Я думаю, что с органоном, да, с органоном, то есть с инструментом с этим. Он же среднего рода, да? Давайте вот так вот выделим, да? Мне кажется, да, я согласен. И смотрите... А вот средний род, да, а какой здесь падеж? Аккузатив или номинатив? Мне кажется, здесь... И Ну, там, если это зависит... А? и здесь. То есть и слово орган, он какого компадежа, и вот это прилагательное в каком падеже? Оба. Ну, если мы представим, что здесь все-таки конструкция аккузативус коммунофинитива, которая зависит от семайной, то, Да. соответственно, это будет аккузатив. Я-то тоже так думаю, да, я к этому подвожу. Я это так понял, я вчера думал. Мы оттолкнулись от эйной, я не понимаю, откуда тут эйной, да? Получается, это продолжение аккузативус коммунифинитива, как вы сказали, который задается словом семайной вот этим в начале, да? То есть Да. логос, он указывает на то, что, во-первых, там сила, а во-вторых, что есть некий, есть инструмент, с помощью которого, да? И что он Да. должен быть... Ну, хотя, знаете, вообще инструментом-то нельзя. Вообще, может, это все-таки глаз? Ведь периоктеон – это от глагола периаго, то есть вести по периметру, да? Мы же не можем... Странно звучит фраза, что мы инструмент по периметру проводим, поворачиваем, да? Скорее, глаз. Ну, дело в том, что здесь действительно такой сложный текст, наверное, он имеет в виду, что здесь же у него какая аналогия. Как мы не можем как бы глаз отдельно без головы повернуть, то, наверное, вот этот инструмент, при помощи которого каждый может что-то рассмотреть и изучить, он также, соответственно, этот инструмент, его невозможно применить без того, чтобы произошли какие-то кардинальные изменения во всей душе. То есть невозможно как бы познание, условно говоря, применять, ну, автономно от ну, какого-то образования души в целом. Угу. То есть Вот, и поэтому... все-таки орган он, да?
Может быть, здесь как какая-то намеренная или ненамеренная путаница, то, что это может быть и орган он, и может быть и глаз ома. Так или иначе, это орган восприятия либо нервной системы, тогда это глаз, либо души, тогда это орган, да? Ну да, вот, может быть, он как бы специально здесь имеет в виду, потому что мы периактео, да, правильно? Да. Мы же можем и глаз как бы двигать, да, и вот этот вот орган познания как бы можем тоже двигать. Да, хотя... да, периаго. Кстати, я да. сейчас только что вспомнил, вот мы недавно читали какую-то биографию Платона, позднюю эллинистическую, чуть ли не Олимпиадора, какого-то неоплатоника. И там, по-моему, как это ни смешно не прозвучит, там говорится, что Платон нашел третий глаз. Ну, какой-то глаз, с помощью которого что-то там кто-то человек что-то там постигает, да. Там была такая смешная фраза. Так что я думаю, что да. Думаю, что это вот этот инструмент постижения душевного, его тоже надо под ним. По отношению к нему тоже надо произвести операцию, которая выражается глаголом «периаго», только нельзя же его вынуть из души, нужно вместе со всей душой, да? Синхолоты. Да. Повернуть от этого, как его, гигномену, от становления, да, от, вместе со всей душой. Пока, и вот здесь уже, значит, душа, да, пока, значит, она к бытию и к самому, как кто-то там замечательно переводит, к самому светлому региону бытия. Как же мы это переводим? Не пока она не сможет выносить восприятие бытия и самой светлой его области. Да. Значит, тут у нас... Да-да-да. У нас тут ан с конъюнктивом, ген это и конъюнктив. Но самое интересное, это вот здесь вот то, что, там, помните, Евгений обратил внимание. Вот это. Здесь у нас предикативное причастие тхеомена. Предикативное причастие. Да, и можно не буквально, а более творчески перевести, как вы примерно и перевели, до тех пор, пока она будет... И он перевел. До тех пор, пока она будет способна... глядя, выдерживать, или как, я не помню. Ну да, да, так. До этих пор нужно поворачивать этот инструмент к светлой части бытия. Ну, как-то так. Так, и там еще три маленьких предложения, да? Да, и вот это, то есть вот этот, видимо, фанотатон, то есть самый светлый регион бытия, мы называем благом. Да, не тут так все просто. Да, не так ли? Да, да да. Как по-новогречески точно так же.